В Люберецком дворце культуры наградили воспитанников детских садов. Поощрение получили самые талантливые и успешные юные дарования. За какие именно заслуги выбрали ребят, расскажет Луиза Егиазарян. 154 люберецких лучика удостоились грамот за проявленное творчество. Кто-то лучше всех нарисовал профессию мамы и папы, кто-то лучше всех рассказал о красоте родного края, а кто-то показал высокие знания в интеллектуальном марафоне «Знайка». Различные конкурсы проходили во всех детских садах городского округа на протяжении всего учебного года. Комиссия, созданная на базе Центра развития образования, выбрала самые лучшие работы. Я хочу поблагодарить дошкольные образовательные организации в лице всех руководителей. Хочу поблагодарить ваши педагогические коллективы и, конечно же, вас, уважаемые родители, без которых этого праздника сегодня бы не состоялось. Некоторым дошкольным учреждениям удалось выиграть сразу в нескольких номинациях. Такое массовое награждение малышей за участие в творческих конкурсах проходит в Люберцах впервые. Отныне это станет традиционным мероприятием, и лучшие работы воспитанников детских садов будут поощряться ежегодно. Это лучи нашего округа. В дальнейшем, конечно, хочется, чтобы дети показали свое творчество не только в рамках нашего округа, но и России. Не обошлось на празднике и без любимых сказочных персонажей. Ребят развлекали Незнайка и Карлсона. В перерывах между награждениями на сцене выступали маленькие артисты. Завершением праздника стал красочный танец воспитанников детского сада номер 13 «Синяя птица». Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.